Фотографии мертвого медведя, брошенного у обочины Мильковской трассы, облетают сейчас камчатские социальные сети. На снимках видно, что у косолапого спор от живот и отсутствуют лапы. По некоторым данным, медведя насмерть сбила машина, а потом неизвестные отрезали ему конечности. Пользователи социальных сетей не исключают, что это тот самый прикормленный людьми медведь, которого жители и гости полуострова наблюдали все лето на трассе по дороге в Малке. Хищник стал настоящей звездой Инстаграм. Косолапый без опаски выходил к проезжающим мимо машинам и брал еду из рук людей. Как сообщалось, с начала лета на Камчатке были отстреляны порядка полусотни медведей. Большинство из них были прикормлены человеком.